В Заводуковском краеведческом музее открыта предпраздничная выставка. Все экспонаты участвуют в новогоднем конкурсе творческих работ. В городском округе он проходит уже в 16-й раз. Посетителей встречает почти 300 символов наступающего Нового года. Тигры здесь в самых разнообразных формах, от небольших елочных украшений до полутораметровых, выполненных в технике папье-маше. Есть поделки из камыша, капроновых ниток. Представлены также картины с использованием эпоксидной смолы, природных и других материалов. Жители округа ждут этот конкурс и готовятся заранее. Самый маленький участник у нас – это 2 года. У нас конкурс объединил 12 детских садов, 16 школ объединил. То есть со всего округа у нас работы прибыли. Самый многочисленный участник – это Подунская школа в этом году. У них 42 работы. Сейчас в музее проходит голосование за экспонат, который получит приз зрительских симпатий. А итоги окружного конкурса подведут после новогодних каникул 14 января.